цветы на улицах? Что ж тут удивительного? Их повсюду выращивают. Да но в Астрахани, представьте, это не так просто. Воды и солнца много, а почва засоленная. И чтобы выращивать на ней цветы, нужен научный подход. Астраханцы – большие любители цветов и охотно посещают выставки, оранжереи. В городе даже организованы специальные курсы цветоводов-декораторов.